Сегодня третий день. Мы уже прощаемся с нашим фестивалем. Многие разъезжаются. Что было за эти три дня? За эти три дня у нас были всевозможные игры и ролевые, в которых мы понимали гораздо лучше, как вообще воспринимать свои недочеты, как правильно реагировать на разные ситуации. Мы воспринимали радостные минуты и горестные, мы спорили и понимали, что, оказывается, спор не приводит к истине. За эти три дня мы слышали крупных топ-лидеров, которые дали определенные рекомендации для движения и для роста. За эти три дня мы были тут практически как одна единая семья, которая, ну как вам передать, когда наступает момент, что все объединяется вместе, когда наступает момент, когда синергия, движение, находится все в одном едином помещении, то такое ощущение, что как будто бы вот все те мечты, о которых мы пожелали, все те планы, все те проекты, которые мы создали, они исполнятся сразу же после приезда нашего домой. Все уезжают очень энергичные, радостные, все уезжают очень такие наполненные. Были и слезы, были инсайты, были потрясения. Вообще фестиваль Олега и Светланы Заварухиных – это тот фестиваль ежегодный, на котором я бываю всегда. Благодаря таким фестивалям ты вырастаешь. Благодаря такому фестивалю, благодаря такому общению, можно сказать, практически интимная зона, потому что общение идет на протяжении всех суток, то есть с утра и до позднего вечера, и ложимся мы здесь практически в час, в четыре. Никто не хочет спать, хотят спать утром, но встают, набираются энергии и идут опять вновь на обучение, на тренинги, на проекты. И мозг просто кипит, он просто удивляет всех. То есть внутри происходят такие процессы, которые позволяют прирастать в объемах, которые позволяют двигаться вперед и которые позволяют понимать, почему, например, сделан не тот шаг, или, например, вот этот шаг, он как раз приведет к большому результату. Или начинаешь понимать, почему именно одни, делая элементарные вещи, очень быстро растут, а другие, которые вкладывают много энергии, но не прирастают в объемах, зато прирастают именно в развитие. Фестивали подобного типа дают возможность стать другим, дает возможность изменить себя, дает возможность изменить свою структуру, дает возможность изменить свои внутренние процессы и дает возможность изменить большие цели, ставить большие цели, достигать их. И те люди, которые приезжают сюда ежегодно, каждый год мы видим, насколько они изменились, чего они достигли, и появляются новые и новые люди, которых они привезли с собой. Очень важно посещать такие мероприятия, потому что на таких мероприятиях происходит жизнь. Жизнь не только сетевая, жизнь, которая дает возможность жить по-другому, которая дает возможность планировать по-другому, которая дает возможность собрать свои ресурсы воедино, создать что-то такое неописуемо неуловимое и сделать рывок к той цели, о которой вы мечтали.